Они вынимают из нее ребенка, да? По воде кто-то... Что? Кто это был? Еретики, это не еретики! Это кто? Это вот эти выросшие дети дьявола. То они заражают бабу, чтобы вырос... А что ты орёшь-то? Я меня не могу встать, меня держат какие-то псы колючие. Я могу обернуться? Это Вэл? Что он делает? Он понюхал его так... Только не надо меня нюхать, пожалуйста. Я не вкусный. Я только с вертолета упавшего. Not like I do. Ой, блядь! Yes, my love. Oh. We have mother. Спасибо. Смотрите, какое-то дерево, парень! Справа, что это? Увидимся. Я буду ждать. Навсегда запомню твои слюни, как это было больно. Парень, зачем? Наш лежал так удобно на земле. Продолжу свою мысль. 37 минут уже наиграл. Ой, да все, можно заканчивать уже. Изначально. Братки Салливана. Трахают всей церковью бабу. Чтобы она стала беременная. Сейчас он договорит свой проникающий монолог. А ты только сейчас это понял, да? Two sides. Christians and something else. Это две стороны. Христиане и что-то другое. Что-то другое. Шутник ты, парень, боже мой. Так, изначально. Они заражают девушку. Заражают в плане, как бы, все дела. После чего девушка убегает. Мало того, что она, сука, вывалилась из окна. Ударилась животом о землю. Что уже как бы классно. Они ее забрали. Она убегала. Салли орал. То, что у нее внутри дьявол. Нужно поймать ее и убить дьявола. Зачем вы тогда его создавали вообще, если... Он дьявол. Смысл его создавать? Это то же самое, что, например, вы берете... Жгете баллон с пропаном. Жжете его. И он бомбанул. Короче, он бомбанул, и вы такие, мы жгли пропан, и он бомбанул. Надо исправить ситуацию. Надо вот собрать все ошметки пропана и засунуть его обратно. Нахрена вы жгли его тогда, этот пропан? Скажите мне, пожалуйста, зачем вы пытались это сделать? Я понимаю, то, что пример, конечно, unbelievable, godlike, но все равно. Ну, ладно, хорошо. Я прочитал то, что... Сейчас я хочу высморкаться. Подождите, это очень рискованный трюк. Мне нужно быстренько сделать странные вещи. Я отвечу как бы фанаткам. Я говорил о баллоне с пропаном. А зачем я так... А, вспомнил. Короче, есть Фэл, который предал Салливана. И Салливан, который не предавал Салливана. Возможно. Я не знаю, я еще не читал новую главу Салливана. Фанатки закидывают меня просто сообщениями. Есть Фэл. Есть Салливан. Кто-то из них христиане, а кто-то из них что-то. Отлично. Я, в принципе, все понял. И, как бы, пока я рассуждал, Блейк Лагерман сказал то, что все, пора идти искать Лин. И полтора часа уже, пока я разговаривал, стоит просто во тьме. И не двигается даже. И смотрит вот в марихуанный куст. Все, все продумано, все правильно. Просто вот так, чтоб не тратилось. О, огонек. Он просто так полтора часа вот так вот в лесу просто... Наркомания. Я не думаю, что тут где-то бегают парни эти, потому что они только что ушли оттуда, поэтому смысл им бегать здесь же. Вот, посмотрите. Блин, не надо! А, я не снялся, 360 дал! Они промахнулись! Я ниндзя!
Блядь, пройди сквозь елку! Братан! Отстань! Не надо, тихо, 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 дорогой, тихо, дорогой, я побегу. Вы устали, так, я вас... Ай, подожди, подожди, дорогой, я устал. Фаст, бич, быстрее, сплитой! Я остановился, восстановился, все, вперед, 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 тихо, 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 я на ходу могу. Опа, 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 бляха-муха, восстановился. Беги, Блейк Лагерман, беги. В воду, в воду, в воду, давай ныряй, ты ныряльщик. Опа, вылечился, хо, вот это был за сейф. Просто я магистр магии. И все, он исчез, он утонул, видимо, пока со мной бежал. Что это сейчас было, ответьте мне. То есть там на стрёме стоят три парня. Мы только что видели, как секунду назад туда пришел парень с камерой. Пришел, побежал один, во-первых, один только побежал. Все, и исчез. Два других не придали этому никакого значения вообще. Да блин, какую сторону мне бежать надо, ответьте. Я отхожу назад. Парына! Ты не надо! Я плыть пошел, пацаны, я пловец! Мистер, мистер, плавчиха. Все, мне сейчас батарейки все просру, да это, понимаете, да эту веселуху. Ну что вы мне сделаете? Вы-то плавать не умеете? Лашперды. Даней! Даней! Пацаны, вы чё? Откуда вы, бляха, муха, не надо? Тихо, не надо. Прячься, прячься, плыви. Да не в микрофон, включи, плыви! Батька! Да, блядь, откуда ты меня нашёл, подводный монстр? Я утонул, всё. Что это было, ответьте мне. А где напутственное слово за крошечным экране? Я не понял. Или поняли то, что напутствиями меня не спасти. Бляха! Как я испугался, там парень. Заходи. До свидания, тварыда. Залезь! До свидания. Под шконку залезь! Ты меня не нашел! Да блядь, как ты достал меня? Твари, да не надо! Вот это задача! Ну не надо, да я же хороший парень! Я местный подлец! Достал меня, твари, да! Как я вспотел, как я вспотел! Открыто! Тук-тук-тук-тук-тук! Пацаны! Здрасте! Пошел нахуй! Где? Заблокировать? Да не то! Закрой дверь! Бак! Бабух! Чики-буки! До свидания! Все. Арива, бра! Мама мия, сеньорита! Ой, господи, Дольче & Габбана! Больше не знаю никаких слов итальянских! Не, я знаю много слов итальянских, вы не подумайте! Смотрите, что он стоит перед домом! Прям перед дверью! А, это я в замочную скважину смотрю! Ладно, я думал, это его фонарь! Да, сраный игрок на банджо, сколько вы ему заплатили за дидакорд? Тихо. Бляха. Тварь, да? Бегаешь, бегаешь! Бля, тут второй! Тихо, 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 тихо! Заблокировать! Ох, все, VPN, поехали! ВКонтакте заблокировал! Че ты сел на нее? Даун! Ляг под нее! Блин, вот как он догадался? Ну я только у окна стоял, ну посветил он на меня, ну увидел то, что там парень какой-то с камерой стоит. Все, бежать-то за ним сразу. Почему меня не испугался? Может, конечно, это его дом, я бы тоже, наверное, охренел. Да это не я скреплю, это банджист этот продолжает дальше играть на моих нервах. Ты хотя бы линзу протер, братан, ты же снимаешь все-таки какую-то хрень непонятную. Давайте, ладно. Бляха-муха, тварина, ну что это было? Он залез уже, тварестика. Открой биталь, ну как ты сошел? Блять. Под воду. Оп. Как? 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 Вы можете спрятаться под водой? Если вот этот ихтиандр меня вылавливает из любой передряги. Зависло аж все. Они не ожидали от меня такой прыти.
добрый вечер. Нет. Да я тоже так говорю, брат. А, ты сел? Чё ты сел? Братан, за тобой парень с дрыном бежит. Ты можешь как-то ожить быстрее? А, она открылась. Да нет, я пошутил. Я думал, не откроется. Там шкатулка играет. Да ну, верните парня с банджо. У меня был такой пульт раньше. Он открывается, прикиньте, как телефон. Вот его можно, короче, взять, свернуть, и он так закроется. Я охренел, это были такие инновации в 2007, по-моему, году. Я смелый. Тромбоны. Джессика. Что ты лагаешь? Что ты помнишь это? Откуда ты... Я обосрался, думал, Джессика уже... Что за психодел с американским флагом происходит? Откуда тут поддувает? Это же герметичная должна быть вроде как бы комната. Блокируется. Кэм! Тут нет, нафиг, никого, хир! Чё ты играешь? Джессика, ты задолбала. Ты можешь, пожалуйста, в музыкальном классе играть не на музыкальной шкатулке, а хотя бы на тубе? Хорошо, давайте послушаем. Это еще фотография играет, да? А, это Лин. Малополигональная. А вот это я, да? Импозантный парень. На четвертый класс это говно. Хотя в четвертом классе я был самым умным в нашем классе. У меня даже сова есть. Давайте я вам ее покажу. Да нет, ладно, потом. В следующем летсплее, поэтому пишите, Хэнка, покажи сову. Чтоб я не забыл. Нет, стоп. Responsibility. Обязанность. Чья моя? Чё так мутно? Perseverance. Kindness. Доброта. Толерантность. Доброта. Можно я выйду? А, как вышел! Ай, сваливаю с уроков! В зиму. Без куртки. Я опасный парень. Я люблю рисковать. Ох ты, как открылась собака. Бляха, муха, все, жопа, да, я умер. Ах, ух, ах, ух, ах, ах, ух, ах. Не ходите без куртки зимой и не убегайте с уроков. Вот что с вами произойдет. А толерантность, доброта, self-consistence, это да. Я сохранился же, да? Да ты кто, парень? Как ты догадался, я свалился вообще с крыши откуда-то? Ты чужак? Нет, я свой. Просто крышу чинил. И упал. Friendly? Who are you? Да чё ты тратишь батарейку мою? Что мне со зрением? Unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with nah. My Annalie. And she not but 15. I'm sorry. When he said my grandson, the baby he put in her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. А, так он антихрист, он неправильно зачал его. Непрофессиональный. Салливан. Единственное, что я могу сказать, непрофессиональный парень. Ну кто его заставил? Что там, кто? А, это лампа. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? Я что-то пропустил? It's why we came here. Is she all right? Please. Commissioner, just tell me she's okay. She's fine.
она же сдохла. Oh, thank God. Oh, thank God. Да хватит тратить мою батарейку, парень, отстань. Come on. Get you inside. Альдебаран. Я думаю, то, что пора заканчивать на этом мой летсплей. Я не могу выбрать ракурс, у меня там камень, там у меня крыша получается. Я не могу выбрать. Короче, пусть так будет все. Если вам понравилось это видео, и вы хотите, то, чтобы Хэнк пилил больше Outlast, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео со своими друзьями. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Травищи, с вами Суперген. И сегодня я продолжу проходить игру, которая называется Алата, блять, выключить.